Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Asus VivoSmart PP. И сейчас я покажу вам, как узнать серийный номер данных часов. Итак, для этого мы проходим, листаем вправо, находим настройки, листаем здесь вниз. Что ж такое? Листаем вниз, находим справка, нажимаем. И здесь у нас есть серийный номер наших часов. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.